Идти на зеленый всей семьей 10 июня – традиция. Здесь можно танцевать, бросаться красками холли, поглощать бургеры и шашлыки, запивая их ледяным лимонадом. Оп! И поехали, поехали. Делаем вкуснятину. Ледик для свежести. И минералочка. Ой, по-моему, это божественно. Жень, попробуй. Ну и как? Наслаждаться вкусной едой и напитками можно без зазрения совести, ведь потом все сожжете на танцах и йоге. Пока ваши дети спокойно играют в детской зоне, на зеленом все предусмотрено. Послушать симфонический оркестр, сидя на лужайке, на свежем воздухе. Гостям зеленого эта идея явно нравится. Присели и мы. Флейты, фаготы и скрипки звучали не переставая, играли классику и современные хиты. Звучит приятно, хоть и непривычно. Кстати, выступали с номерами и артисты. Им наверняка было жарко в таких костюмах, но зрители остались в восторге. Не обошлось и без битвы продуктовых тележек. Это скоростные заезды на перегонки. Травм не было. Кстати, после таких брутальных развлечений хочется чего-то милого. Например, прокатиться на пони. Или понадоедать северному оленю. Кстати, его зовут Кокос. Ты не хочешь меня поцеловать? Нет. Будешь? У него мякушки, а не рога. Ой, какой ты наглый молодой человек. К слову, олени вовсе не ленятся приводить себя в порядок и уж точно ничем не больны. Просто линяют. Это не простой автомобиль. Он буквально начинен разными книгами. Во всяком случае, мне так рассказали. И сдается мне, здесь есть интересные экземпляры. Пойдем посмотрим. В компактном библиомобиле, а проще говоря, в библиотеке на колесах сотни книг и журналов. Она колесит по деревням и селам, где сложно достать хорошие издания. Что выбрали? Мы взяли... Мозголомка. Мозголомка? Да, это очень удивительные картины, которые ломают воображение. Ну а если вы уже присытились на фестивале всем, чем можно, попробуйте встать за пульт квадрокоптера. Здесь были такие соревнования. Управлять этой штуковиной не так просто, как кажется. Но если наловчитесь, сможете делать классные снимки с высоты. Ну и еще подглядывать за людьми. Когда первый раз пришла, я просто врезала свои все стены, там вот собирала все углы, просто все собирала. Потом, ну, как-то приноровилась. Да вообще непонятно, как получается. Просто ты следишь за квадрокоптером, тебе вот поступает мозг, мать, что нужно вниз или там влево-вправо. Сам становишься квадрокоптером. Да, и пальцы просто сами все делают. На зеленом каждый находит себе занятия по душе, да и вообще уходить отсюда не хочется. А время, как назло, на фестивале бежит быстро. Теперь абаканцам вновь целый год ждать главного пикника на траве. Даяна Ивлесон, Евгений Сульбереков, новости 7-й телеканал.